пришли транспортировать отходы те компании, которые считают это бизнес выгодным, и они стали работать. И вот при смене, при переходе с одной компании на другую, получился у нас, так сказать, небольшой сбой. Где-то больше, где-то меньше, потому что компания забрала свои бачки и вывезла. Цивилизованно, к сожалению, между двумя бизнесами провести замену бачков одних на другой у нас не получилось. Хотя мы пожали друг другу руки, разошлись, но не получилось. Но получилось, как получилось. Наша задача была, чтобы с минимальными потерями, с той ситуации, которая сложилась, выйти. Вы все это видите, что мне говорит, что было на улицах, что сейчас. Да, этот период мы прошли. Вы видите, у нас есть случаи, когда у нас есть там сбои, но это единичный случай. В целом, если сейчас проезжаете у нас по Балакову, мы видим эту ситуацию. И есть нам куда стремиться, чтобы ее улучшить. И мы к этому стремимся. Но теперь следующий этап. И, значит, конечно же, не просто вывести, но еще собрать с населения. 12 августа, когда мы стали рехоператорами, услуга из жилищной превратилась в коммунальную. Если это поликлиника, то количество посещений. Если это стоянка, то количество машин и мест, заправка, пистолеты, парикмахерское кресло, ну и так далее. То есть каждый у нас есть норматив. Если это магазины, квадратные метры и так далее. Мы очень долго дискутировали, хотя с 12 числа мы начали работу по заключению договоров с юридическими лицами, но потом приостановили по ряду причин эту работу, не стали активизировать. Вот тот опыт, который мы получили в первых днях, нам сказал, что это вот пока надо нам здесь разобраться. Что касается, значит, предпринимателей, значит, вот по нормативу я сказал, и вот мы этот договор очень долго, 2 недели, вместе с депутатами согласовали его. Сейчас он есть у нас в доступе, значит, на сайте, на нашем. Можно им убедиться, его в смысле посмотреть. И у нас у каждого, значит, с вами, ну, как если будем считать, как юридические лица считать, есть два варианта заключения договора. Это вы должны обратиться к нам о заключении договора, предоставить определенный пакет документов, и мы с вами заключаем договор. Или же мы сами выходим на вас и предлагаем вам заключить договор. И то возможно. В законе написано. Но заключать договор и вывозить мусор и оплачивать у нас у всех обязанность только с рекоператором. Так как Балаково все-таки достаточно большой город и достаточно много юридических лиц, нам было принято решение открыть офис для юридических лиц. Вот сегодня мы посмотрели 3 варианта и выбрали один, это Тарнавская 8.